Вот в этой части я буду довольно много петь афганских песен, хотя не обязательно только афганские. Но почему? Ну, неудобно говорить, но я был практически во всех горячих точках, которые были в нашей стране и за рубежом вот в это время. В том числе и две Чечни, хотя так не очень-то сильно это было, но все-таки был. В Афгане был какой-то полет, какая-то музыка. Вот сами солдатики сочиняли песни. Я тогда первый раз приехал через несколько дней, как только это все совершилось, и удивился, что уже есть песни. Понимаешь, как? Вот. Я думаю, что нашим ребятам из Академии тоже будет интересно, потому что это тоже история нашей страны. В Чечне меня, кстати, поразило. Вот сейчас не знаю, может, кто-то мне может назвать. Я слышал много наших песен, в смысле, которые сочиняли ребята в Чечне, но в основном или переработки наших афганских песен, понимаешь, или, в общем-то, слабое нытье. А мы писали более-менее серьезно. Поэтому сейчас кое-что. Здесь много людей, связанных с Афганистаном, я об этом немножко скажу. А те, кто не связан с Афганистаном, там, ну, ребят, как сказать, я тоже не очень-то связан. Я туда просто ездил в командировку, как журналист. Но это была другая война, другое время, и в нем что-то было такое волшебное. Я не могу это объяснить. За нами стояла большая страна, и как-то все было не нужно. Так. Но песню я буду петь как бы непростые там, не столько душ зарезал, сколько погубил и так далее. Вот. Первая песня называется «Афганский гарнизон». Я попытался вспомнить те гарнизоны, которые более-менее знаю. И что-то характерное, что в них происходило. Ну, как пример, там, вот какой-то там Пулихумри упоминается, что и каждый что-то час пугает нас, рванувшись с дура на складах боезапаса. Это я не просто так для рифа написал. А там действительно, это был какой-то большой подрыв наших боезапасов. И это было что-то такое очень громкое и, как бы сказать, очень шумное, и очень много было огня. Ну ладно. Афганский гарнизон. С ташкентской пересылкою, последнюю бутылкою простился я и дам воздушным сообщением в другое измерение, в другие города. Кабул, Кабул, РСФ гулом, Дар-Уль-Аман, где чуть живой от скуки штаб сороковой, аэродромом небесный гром, комдив с чекушкою и прапорщик с ведром, Джалалабад, волшебный сад между двух бригад, что над рекой хранят свой собственный покой. Спим на часах с бычком в усах, и вертолетный полк витает в небесах. Пулихумри, тут хоть умри, но вечно глина под ногой, и вечно мина под другой, и каждый час пугает нас, рванувшись дуру на складах боезапас. Газни, газни, кругом огни, бьют ДШК издалека и миномет из бугорка. Берись за умом, гони ханумом, без темноты она не стоит этих сумм. Гордес, гордес, пыль до небес, качают духи головой перед бригадой штурмовой, мол, за рубли в такой пыли мы сами духи продохнуть бы не смогли. Шиндан, шиндан, здесь мало банд,
А тот, кто этому не рад, пусть отправляется в Герат, но здесь охлям госпиталям, где много баба, с ними пухом нам земля и Кандагар, сплошной угар. На черной площади броня горит среди ночи и среди дня, но за углом аэродром, где нас не взять, где ждет нас прапорщик с ведром. Песня называется «Нюрка». Раньше ее много пояснял, а потом, когда уже со временем выступал где-то в школах, где какие-то детишки, ну, не говоря о том, что кто-то, может, эту песню знает, потому что она использована в нескольких фильмах. Это я знаю, потому что получал за это гонорары. Вот. И смотрю, в школе, например, выступаешь, а из 10-20 хоть кто-то один знает. В принципе, это песня о саперной разыскной собаке, которая чувствует запах взрывчатки, идет на эту взрывчатку. Но иногда бывают вот такие мины с растяжками, с проволочкой. И собака идет на запах мины, задевает взрывчатку, в смысле, задевает за эту проволоку, и мина выскакивает, и потом ребята или гибнут, и были ранены. Я был свидетелем такого случая, написал песню «Нюрка». Плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша, самый тоненький чуяла запах. Плачет Нюрка, а птица летит, боевая железная птица. Плачет Нюрка, себе не простит, но ведь плачет и все ей простится. Гладит Нюрку родная рука, и лизнуть бы хозяйскую руку. Так знакома она, так легка, обреченная Нюркой на муку. Вертолет не врезается пол, высеченная Нюркина телом. Сотню раз она чуяла тол, а в 101-й чуть-чуть не успела. По загривку прошел холодок, когда запахом сбоку пахнуло. Но на тонкий стальной проводок по расщелине лапа скользнула, и взметнулся огонь из камней, и запахло железом каленым. И хозяин, идущий за ним, опустился на землю со стоном. И ползла к нему Нюрка, ползла, и лизала его, и лизала, и хрипела, на помощь звала, и глазами всю боль рассказала. Подбежали к саперу друзья, обмотали бинтами сапера. Он сказал: «Мне без Нюрки нельзя». «Нет», — сказали ему, — «это горы». Вертолет прилетел поутру, их вдвоем погрузили в машину. «Ты не плачь, Нюрка, я не умру. Ты не плачь, я тебя не покину». Но плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша, самый тоненький чуяла запах. Война становится привычкой, опять по кружкам спирт разлин, опять хохочет медсестричка и режет сало замполит. Над палаточным брезентом свистят то ветры, то свинец. Жизнь словно кадры киноленты дала картинку наконец. О чем задумался на штабом, какие в явь увидел сны. Откуда спирт, откуда баба, спроси об этом у войны.
А хорошо сестра хохочет от медицинского вина. Она любви давно не хочет, ей в душу глянула война. Эй, замполит, плесни помалу, теперь за родину пора. Нам не спуститься с перевала, который взяли мы вчера. Нам не спуститься с перевала, который взяли мы вчера. Война становится привычкой, опять по кружкам спирт разлит. Опять хохочет медсестричка и режет сало замполит. Песня называется «В королевских конюшнях». А в бывших королевских, ну, в Афгане говорили «шахских». Ну, шах – это король. В шахских конюшнях расположился наш госпиталь афганский. Ну, потом он был такой довольно обустроен, а в первые дни там бывали и сложные ситуации. Вот. В королевских конюшнях метра нет для коня. Медсестра раскладушку принесла для меня. Очень трудно голубке в коридорах, где сплошь стык обрубком к обрубку полегла молодежь. Вертолетчик без правой, минометчик без двух, на повязках кровавых ничего, кроме мух. Отыскала местечко в самом дальнем углу, где десантник навечно задремал на полу. Унесли бедолагу, положили меня, и отсюда ни шагу, я спокойней коня. Ведь от ног до макушки весь я гипсовым стал. Мне не надо подушки, разве что пьедестал. Медсестра, медсестричка, что ж ты слезоньки льешь? Как же ты без привычки здесь в конюшнях живешь? В королевских конюшнях, в госпитальном чаду, в наркотичном, спиртушном, матершинном бреду. Если чудо случится, если снова срастусь, дай свой адрес, сестрица, может быть, пригожусь. Ну а коли не воскресну, все равно хоть часок проживу на чудесный, поглядев адресок. В королевских конюшнях метра нет для коня. Медсестра мою душу унесла от меня. Вот сейчас я вам не завидую. Очень тяжелая песня, которую я вряд ли хорошо спою. Это песня, за которую мне были какие-то и бонусы, и были огромные расстройства, потому что в ней Аллах Акбар, да, Аллах Акбар, Аллах Акбар велик. Я знаю из хороших, надежных источников, что, ну, по крайней мере, во Вторую Чеченскую войну ее пели по обе стороны фронта. Но не все понимают, что она написана от лица советского солдата. А некоторые, вот у меня много заходов там в интернет или где-то, сотни тысяч, меня ругают, проклинают, что я написал эту песню. Ну, ребят, наверное, не понимают. А в принципе, я написал, потому что в Афгане одно время было такое, ну, я был свидетелем, шутливое приветствие офицеров. Аллах Акбар, наших советских. Пылает город Кандагар, живым уйти нельзя. И все-таки Аллах Акбар, друзья, Аллах. Аллах, Аллах Акбар. Мне было тошно в жизни той, я жить, как все, не смог. Простился с верной женой, Аллах Акбар, дружок, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. И над могилой отца заплакал, наконец,
Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец, Аллам, Аллам, Аллах Акбар. Аллах Акбар, горит песок и рушится скала, и очередь наискосок дорогу перешла. Аллам, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, пылает склон и перебит дозор, видишь в атаку батальон. Аллах Акбар, майор. Аллам, Аллах, Аллах Акбар. Вы слышите, как мы поем там в цинковых гробах? Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем. Аллах, Аллам, Аллах, Аллах Акбар. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, его мы, может быть, простим ему. Аллах Акбар, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Пылает город Кандагар, живым уйти нельзя. И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Там, кто это самое, написали заявочки, я знаю, но не все я их исполню, потому что некоторые я перенесу на следующее выступление, но, а некоторые я учту. А вот сейчас моя собственная заявка. Есть у меня такая песня, которая, ну, не стала популярной, а я считаю, что это моя лучшая песня. Вечерний свет в горах погас, в ущелье сыро и темно, вода во флягах, как вино, война не понимает нас. Путь оставались мы не раз в ущельях с ней наедине, но ни на склонах, ни на дне война не понимала. На гребне высланы посты, их поменяют через час. Война глядит из темноты, она не понимает нас. А мы опять не жжем костры, а мы уже не тушим глаз. Война не понимает нас, иначе б вышла из игры. Вечерний свет в горах погас, в ущельях сыро и темно, вода во флягах, как вино, война не понимает нас. Здесь у нас, но я еще вспомню по-другому, по-другому случаю, по другой песне. Но все-таки Толя Житнухин, извини, Толя, я тебя упомяну. Вот ты издал «Молодой гвардии» книжку «Звезда над городом Кабулом». Да? И это тоже было. А «Звезда над городом Кабулом» ты был составителем. Но вот эту песню, как ни странно, но сейчас уже не слышу, а лет 10 назад я чаще всего слышал в метро, когда ребята, которые косят под афганцев, ходят по вагону, там, ну, это 10-15 лет назад же было. И вот они, правда, пели ее быстро, я пою медленно, но это моя песня, называется «Звезда над городом Кабулом», и то, что Житнухин назвал какую-то одну из книг, кстати, лучшая книга, которая издана про Афганистан. Горит звезда над городом Кабулом, горит звезда прощальная моя. Как я хотел, чтоб родина вздохнула,
когда на снег упал вот океан. И я лежу, смотрю, как остывает над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают, а нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без нации лежим вокруг сожженного дворца. Горит звезда, пора навек прощаться, разлука тоже будет без конца. Горит звезда декабрьская чужая, а под звездой дымится кровью снег. И я слезой последней провожаю все, с чем впервые расстаюсь навек. И я слезой последней провожаю все, с чем впервые расстаюсь навек. Горит звезда над городом Кабулом, горит звезда прощальная моя. Как я хотел, чтоб родина вздохнула, когда над снег упал вот океан. Были такие удивительные люди в Афганистане, которые назывались советники. Советник советской стороны. Сегодня, по-моему, советник советской стороны, про которую я написал эту песню, не присутствует. Виктор Дмитриевич здесь, нет? Ну вот, обещал быть собакой, ну ладно. Но песню все равно спою, потому что у нас сейчас в этом зале присутствует достаточно много ребят-советников и военных, и политических, и по комсомолу, и в том числе вдова и дочь нашего советника по органам КГБ. В Афганистане это ХАДА назывался. Любовь Федоровна, тебе имею в виду. И тебя, Оля, тоже. Песня, она посвящена как бы конкретному человеку, но она посвящена вообще всем советникам. Ребята, одно дело жить, служить и умирать среди своих, а другое дело среди чужих, которые тебя могут предать в каждую секунду. Поэтому я хочу, чтобы мы советников сегодня все-таки вспомнили. Да? Эту я песню написал еще когда шла вся эта афганская война. Мы одного парня-советника, очень такого хорошего, провожали к новому месту службы. Он сядет на поезд хороший. А все дальше документально. Уедет служить в Ленинград. Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад. Не спит от колесного стука, хоть и на ночь попил не чайку. В окошко уставился Жуков, советник в афганском полку. Он помнит ту дату, когда в роковом декабре в полку сбунтовались солдаты и ждали его на дворе. И вышел военный советник, небрежно ремень теребя, а там под ремнем пистолетик, девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы и пятились по одному. Советник страшнее приказа, они подчинились ему. Своим пистолетиком малым сарбазов погнал он вперед, туда, где за каждым дуалом мятежный строчил пулемет. И шли, пригибаясь от страха, судьбу проклиная, но шли. Советник страшнее Аллаха, когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел? В экспрессе Москва-Ленинград. Мир тот же из крови и песен, как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, а мы с тобой разлучены. Спи, Виктор Дмитриевич Жуков, советник советской страны. Ну,
Ну, сейчас попытаюсь спеть песню, которой, может, не хватит уже осевшего голоса. Мы еще, когда шла афганская война, мы записали в Ташкенте 4 больших пластинки «Время выбрало нас». И, может быть, у кого-то случайно, потому что большим тиражом они выходили. Но мы записывали это дело чуть ли не за один день. 4 пластинки, это же невозможно. Да. И у меня там было, все было плохо, а одна песня неплохо получилась. Вот я попытаюсь вспомнить. «Последний поход». Разорван погон под ремнем автоматом, и стерлась тельняшка на левой груди, где сердце колотится не виновато во всем, что за нами и что впереди. Пошли по ущелью, спустились в долину, поднялись оттуда на горный хребет. В бою разделившись на две половины, оставшихся здесь и оставивших свет. Пошли по хребту, по горящему склону, фронтальной атакою взяв перевал. И снова Господь перестроил колонну, из двух одного в небеса отозвал. Пошли с перевалом по тропам овечьим, по минным ловушкам под скрестным огнем, внезапно сверкавшим сиянием вечным, ребятам, с которыми рядом идем. Спустились по тропам на горное плато, легко нам загадывать нечет и чет. Один из нас в небо взметнется крылатом, другого навеки земля привлечет. Разорван погон под ремнем автоматом, и стерлась тельняшка на левой груди, а сердце колотится не виноватым во всем, что за нами и что впереди. Когда первый раз прилетел в Афганистан без всяких документов, просто переоделся в военную форму, так на дурачка танцевал. И удалось сюда попасть. Вот. И несколько дней уже шли боевые действия. Что меня удивило, вот солдатики сочиняли песни. Солдатики сочиняли песни. И это сам. И очень много выдумали какую-то любовь. Любовь, как будто вот «Любимая, жди меня, береги нашего общего ребенка, да-да-да-да-да». Я одного такого мальчика спрашиваю, говорю: «Ну, что ты написал-то? Ты хоть когда-нибудь хоть по-настоящему целовался?» Говорит: «Я не знаю, что такое по-настоящему». «Но я, говорит, с одноклассницей целовался». Я говорю: «В засос или нет?» «А что значит в засос?» Я говорю: «Ну, ладно». «А при чем здесь ребенок?» Говорит: «Ну, кажется, что если кто-то тебя ждет, не только мама, то, может, и не убьют тогда». Вот я написал такую песню, это моя песня, но как бы по мотивам солдатских песен. Снежные склоны хребтов Гиндукуша, в красных заплатах солдатской крови, я под огнем перекрестным не струшу ради твоей неизвестной любви. Может быть, смерть мои руки развяжет, я обниму тебя, падая в снег. Горы высокие небу расскажут, как человека любил человек. Словом прощания, слезою печали, издалека не тревожь, не зови. Лучше останься такой, как в начале,
нашей с тобой неизвестной любви. Мы не бродили Москвою вечерней, не целовались в нескучном саду. Не придавай же большого значения, если однажды совсем не приду. Ближе и ближе чужие халаты, все позабудь и мои письма порви. Как я себя разрываю гранатой ради твоей неизвестной любви. Как я себя разрываю гранатой в память твоей неизвестной любви. Вот не каждому удается написать какую-нибудь народную песню. Мне почти удалось, хотя я в ограниченном количестве. Я знаю несколько ребят, которые, так сказать, говорят, что они написали эту песню. В основном афганцы. Эта песня называется, я ее называю «Песня о советской печати», а когда поют ее афганцы, они называют «Песня об афганской армии». То есть нам не удавалось писать всю правду о том, что происходит в Афганистане, но мы старались, но приходилось врать иногда. Вот. Дрожит душман в поле Хумри, и около Герата его крушат, черт побери, афганские солдаты. И в Кандагаре, и в Газни, и в Балхе, и в Кабуле войска афганские одни, ну так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают, о чем советская печать стыдливо сообщает. Ведь контингент наш очень мал, навряд ли больше взвода, границу перешел и встал, любуется природой. Дает концерты в кишлаках, а в паузах антрактах детишек носит на руках и чинит местный трактор. Пусть контингент и неплохой, но где ему сравниться с афганской армией лихой, которой враг боится? Она разбила 1000 банд, нет, 1 000 000 000, почти очистила Шиндант и 2 других района. Сильна, отважна, велика, заслуженно известна. А мы все пляшем гопака и чиним трактор местный. А мы плясали гопака, чинили трактор местный. Жалко, но мне и вас тоже не хочется грузить, конечно. У меня много песен про вертолетчиков, и это самое... трагическая военная специальность. Я люблю там, и уважаю там и ВДВшников, и спецназовцев. Но вот, например, в Афганистане больше всего и гибло, и, главное, переставали быть боеготовыми вертолетчики. Почему? Потому что когда один раз собьют, то еще человек может летать. А когда второй раз собьют, он становится... он уже просто не может летать. А у меня вот книжка есть такая, «Афганский дневник». Я посчитал, что из тех, кого я подробно писал, там примерно, ну, около 15 человек, 12 погибли. С кем я летал, про кого я писал, представляете. Вот. Поэтому про этих легендарных людей мне хочется много петь, но мне не хочется, чтобы было грустно. Я спою веселую песню про вертолетчиков. Иногда говорят, что я написал это про Анну Вески. Не совсем. Это помесь Анны Вески, помесь моей подруги Эдиты Пьехи. Она тоже, кстати, в Афгане была. Вот. Ну, какая-то такая была ситуация. Звезду электронной эстрады, красавицу лет 30, на точку из Желалабада им выпало перевести. Она улыбается ярко, по лесенке всходит в салон, одетая в темный немарки, но бархатный комбинезон. Запущен движок вертолетом, ревет и вибрирует мир. Оглядываются пилоты, как будто она командир. В
величественно и лукаво. Певица кивает слегка, вручая им сладкое право нести ее под облака. Отводят смущенные взгляды, взлетают в эфир, говорят, над рощами Джалалабада с бесценной ношей парят. Потом начинаются горы, вершины близки и грозны, тревожнее переговоры, которые ей не слышны. Как молодые летчики эти, певице подумалось вдруг, здоровались прямо как дети, смущаясь касания рук. С улыбкою встала в салоне, прошла каблучками стуча, и две несравненных ладони накрыли два юных плеча. Но не оглянулись пилоты, не вздрогнули, не напряглись, и лишь впереди вертолетом какие-то искры зажглись. С улыбкой на... Вернулась с салона на скамью, ругая свой жест, он из песен и чуткую душу свою. На точке простилась надменным, спустилась по лесенке в пыли и гордо шагнула в военный подъехавший автомобиль. Пилоты плечами пожали, проштрафились чем и когда, ведь даже что их обстреляли, не знала в салоне звезда. Запущен движок вертолетом, ревет и вибрирует мир. Летим как к тому пулемету, сквозь зубы сказал командир. Вот одна заявка, которая пришла за несколько минут до начала нашего общения. Пришла там, естественно, по интернету из Мюнхена, как ни странно. Если скажу дальше, вообще удивитесь. От бывшего редактора радио «Свобода». Враждебного радио, да? Да. А был такой наш русский парень Валера Коновалов, который остался по разным причинам жить в Мюнхене. Но он был наш русский советский парень, и когда нам здесь в 90-е годы не давали ни слова сказать, то я вот, журналист «Правда», там, советский полковник, я выступал по радио «Свободу», и я говорил там такие вещи за советскую власть, которые здесь вообще невозможно представить. Ну вот, а он просил спеть мне одну песню для нашего общего друга, Героя России, это звание такое вместо Героя Советского Союза, Героя России, Александра Маргелова. Ему в эти дни исполнилось 70 лет. Чем он интересен? Он многим чем интересен. Но я это скажу, да, отца. Он сын, да, ну, я не хотел начинать, что он сын, он сам герой. Вот. Ну, он был первым, кого выбросили из самолета в Железяке, называлась боевая машина десанта. Их тогда впервые посадили в броню, там он еще одного парня там, и бросили на парашюток, совершенно не зная, чем это кончится. Ну да, он военный инженер. Да. Я потом у Василия Филипповича Маргелова, вот этого легендарного основателя и командующего ВДВ, спрашиваю: Василий Филиппович, а почему сын-то бросил? Ну, он, как всегда, он сначала, значит, выматерится, потом закурит беломор, то говорит: ну и что ты хочешь? У меня сын в армии служит, ты хочешь, чтобы я другими рисковал? Я говорю: нет, нет, ничего не хочу. Ну вот, это посвящено Александру Маргелову. Десант не знает
лет куда проложен в полетных картах его маршрут. Десант внезапен, как кара Божья, непредсказуем, как страшный суд. Десант внезапен, как кара Божья, непредсказуем, как страшный суд. Хоть за три моря, хоть за три горя, хоть с ветром споря, а хоть с огнем, взлетает вскоре со смертью в ссоре. Десант, не надо грустить о нем. Нам пол Европы вцепилась в тропы, мы знаем тропы в любой стране, в центральной, южной, в нейтральной, дружной, мы будем драться спина к спине. В центральной, южной, в нейтральной, дружной, мы будем драться спина к спине. А если маршал в тебя не верит, а если дома живым не ждут, за все ответит далекий берег, куда причалит твой парашют. За все ответит случайный берег, куда причалит твой парашют. Десант не знает, куда проложен в полетных картах его маршрут. Десант внезапен, как кара Божья, непредсказуем, как страшный суд. Десант внезапен, как кара Божья, непредсказуем, как страшный суд. Ладно, устали немножко, но ничего, скоро закончим. Нет, мы лучше долго пообщаемся. Но так как мы немножко позже начали и немножко затянули, поэтому я еще примерно три песни спою. Вот песня... Чего? Беснуются лопасти над головой, дрожит рукоять управлением. Заходишь от солнца, и то, что живой, сверяешь с наземною тенью. Берешь на себя, все берешь на себя, за все отвечаешь исходы. Железная птица, покорно трубя, соскальзывает с небосводом. Пробита обшивка, разбито стекло, передняя стойка погнута. Но ты приземлился, тебе повезло, тебе и в пехоте кому-то. Он ранен, тебя посылали к нему, ты сел под обстрелом на скалы. Железная птица в сигнальном дыму с гранитным слилась пьедесталом. Погрузка закончена, двинут шаг газ, с трудом отрываешь машину. Ты в небе, ты выжил, и ты его спас, бойца с безымянной вершины. Берешь на себя, все берешь на себя, за все отвечаешь исходы. Железная птица, покорно трубя, летит посреди небосвода. Сейчас все-таки хочу одну такую немножко грустную и вялую песню спеть. А бывают песни, которые, ну, самому автору что-то значат. У меня, я написал одну такую повесть «Вернуться и жить». И у меня песня тоже из давних, называется «Вернуться и жить». Вот представьте себе, раньше еще в Советском Союзе, когда все это балагана не было, ни Чечни, никакого, ни ИГИЛа, ничего, да? И вдруг какие-то ребята, там, мальчишки попадают в Афганистан, там, 2 года служат, потом возвращаются, я их видел, они ошалевшие. Вот так вот, они ничего, не то, что ничего не понимают, но им тяжело. Если даже мы в какой-то короткой командировке на 2 недели там приезжаешь, ошалевший, смотришь вот на все, что происходит здесь. Как-то... Вот такая песня. А дома все по-старому, а в жизни все по-новому. Прошелся бы бульварами, да сапоги с подковами. Весна ручьями бесится, птенцы пищат,
под крышами 24 месяца невиданы, не слышаны. И за телеантеннами такая даль спокойная, как будто бы вселенная вовек не зналась с войнами. Мать пирогами занята, кричит из кухни весело: вот рада будет Таня-то, а то уж нос повесила. Глядишь в окно широкое, на блещущие лужицы, опять вокруг да около воспоминания кружатся. Брат переходит к физике, сопит, не получается. Гвардейская дивизия с героями прощается. Гремят салюты вечные, полки идут колоннами, а жизнь-то бесконечная, а слезы-то соленые, а жизнь-то бесконечная, а слезы там соленые. Три песни осталось, одна более-менее веселая. Ведь это сердце... Нет, лучше еще раз начнем. Ведь это сердце, а не фляжка, и не вода течет, а кровь. Спасай, десантная тельняшка, дай силы женская любовь. В чужой земле, в нерусском небе, война следила день за днем, как на солдатском горьком хлебе мы выживали под огнем. Атаки, рейды и подрывы, стук пулеметов и сердец. Но мы с тобой остались живы, но мы вернулись наконец. А если снова станет тяжко и нас война догонит вновь, спасай, десантная тельняшка, дай силы женская любовь. Спасай, последняя тельняшка, дай силы первая любовь. Я бы не стал, конечно, одевать очки там, да, но если бы это не легендарный Игорь Морозов. Кабул, Ташкент, я спел. А, нет. Без Киева обойдемся? Ну ладно, если Морозов хочет. Она приобрела какой-то новый смысл, да. Попробуй. В драных кирзачах, с пушкой на плечах, мы прошли тебя, Афган. В солнечных лучах, в ледяных ночах, снился нам зеленый Ан, Кабул, Ташкент и далее на Киев, где заждались крещатики, Подол, Оксана, М и многие другие, которых я пока что не нашел. Сброшен лишний вес, сдана КМС и получена медаль. И глядишь с небес, как Афган исчез, впереди другая даль, Кабул, Ташкент и далее на Киев, где заждались крещатики, Подол, Оксана, М и многие другие, которых я пока что не нашел. Родина в окне, фото на стене, над кроватью свет луны.
Что сказать жене, если снится мне не любовь, а путь с войны к Ташкент? И далее на Киев, где заждались крещатики подол, моя жена и многие другие, которых я, конечно, не нашел. Вот. Я специально спел, чтобы подразнить Игоря Морозова, которого, напоминаю, вы можете услышать настоящего классика нашей афганской песни Игоря Николаевича Морозова 19 декабря в это же время, но в соседнем зале, да. Ему все не нравится, что когда я пою «Моя жена» и многие другие, которых я пока что... Да ладно. Так. Я хочу извиниться перед всеми женщинами, да, что сегодня вас, бедненьких, это замучили военные песни, но если вы заметили, то в каждой почти военной песне все сводится все равно к женщине. Я вспоминаю такой старый анекдот, извиняюсь, что старые анекдоты рассказывают. Старшина говорит: рядовой Иванов, о чем вы думаете, глядя на этот кирпич? Говорит: о бабах, товарищ старшина. Почему о бабах? А я завсегда о них думаю. Вот. И поэтому вы могли заметить, что в этих моих песнях тоже там. Но хочется спеть. Тем более я упомянул в одной из предыдущих песен про первую любовь. Я хочу спеть перед серией объявлений и потом последней песни одну песню, связанную с моей малой родиной, городом Шу Ивановской области. Нет, делать нечего, мы потом споем, не сегодня. На улице вихрево дом угловой, и старый балкон над моей головой, и утренним солнышком освещена, стоит на балконе чужая жена. Послушайте, это не песня, а быль. Проедет машина, поднимется пыль, и женщина снова, как в памятный год, из жизни моей с балкона уйдет. Конечно, я сам был во всем виноват, конечно, нельзя возвратиться назад, но как мы посмели, но как мы смогли расстаться с друг другом в случайной пыли? Пора здесь дорогу перегородить, и мне бы пора перестать приходить на улицу Вихрева к дому тому, где я ни себя, ни ее не пойму. На улице Вихрева дом угловой, и старый балкон над моей головой, и утренним солнышком освещена, стоит на балконе чужая жена. Так, теперь почти объявление, но вам хочу сказать, что вот я спел песню «На улице Вихрева», все: что за улица Вихрева, что за Вихрев? А вы все невольно это знаете. Но Шую никто не обязательно знает. А Вихрев это жил такой, в Шуе был журналист, который открыл Палех. Он тогда этого самого, да не революционер, он был просто нормальный журналист. Он тогда Горького, это самое, раньше же в Палехе рисовали иконы Богомаза, да? А вот Вихрев, он сделал так, что Палех стал известен через Горького, да? Они стали делать шкатулки, все палехские жизни, и он погиб из-за Палеха. Он поехал к художникам, тогда еще 20-е годы, естественно, не на машине, а на лошади. Места у нас глухие от Шуи до Палеха. Напился, выпал из саней и замерз. Как в песне поется, отряд не заметил потери бойца. Да? Вот, и остался. Да. Вообще Шуя – город контрастов. От улицы Вихрева справа есть улица Белова, и слева есть улица Белова. Почему? Никто не поймет. Но на самом деле один Белов оказывается какой-то Афанасий, там, второй Павлантий, один, значит, герой гражданской войны, другой какой-то политический деятель. Короче говоря, вот мое объявление такое, что следующее выступление, а оно будет, я думаю, или в начале, или в середине апреля.
Я очень хочу, чтобы кто-то из вас, кому здесь понравилось, пришли. Я постараюсь петь другие песни, хотя много военных афганских, но еще, может, добавлю чеченских. Вот. Ну и в том числе хочу несколько каких-то шутих песен, не обязательно лирических, иногда таких, что на грани там публикации. То, что в, в том числе в шуе вечером делать нечего. Ну вот ладно, сегодня заказ. Кто мне заказал? Ну давай. В шуе вечером делать нечего, пьянству бой. И с кармана мы да порваному и в запой. А в запое жизнь, хочешь спать, ложись, хочешь пой. Мы по маленькой с Бобом, с Саликом по второй. Алик с белицами, мол, там ельца есть в телефон. Боря молвил мне, может, вздрогнули? Я как он. Тут по случаю, да шипучая из горла. Боб уж все допил, но Альберт звонил, мол, дела. Мы без лишних слов, да пошли в Павлов. Я и Боб. Ребята, ей-богу, эту песню надо пояснять. Надо, ну, там свет, и кого там нет, аж озноб. Боб, он где, девица, мол, там дельца есть. Я, мол, Боб, не походим ли под мелодию вместе, что? Знать согласная, дева красная, Славки прыг. Бобу вечером делать есть чего, Боб достиг. Я один хожу, про себя твержу, пьянству бой. Вот бы заново, да по-рваному и в запой. Спасибо, что так долго внимательно слушали. Еще раз напоминаю, у нас примерно остается час на общение. Последнюю песню я хочу спеть, которая посвящена Вадиму Валерьяновичу Кожаному. Я очень хочу, чтобы вы услышали эту фамилию, тем более сейчас эти книжки его издаются, которые раньше плохо издавались. Кожанов, Вадим Кожанов. Если хотите знать, что было в России давным-давно, у него есть книга «История Руси и русского слова». Если хотите знать, что происходило с Россией реально в 20 веке, у него есть книга «Загадочные страницы 20 века». Если вы хотите знать, что было такое там Вторая мировая война, короче говоря, его любимая песня, и он как-то однажды мне сказал фразу, ты знаешь, говорит, а может, это лучшая песня 20 века. Вот на этой песне мы и расстанемся. Это, конечно, моя песня. До боя недолго, не коротко, лишь бы не вспять. А что нам терять, кроме долга? Нам нечего больше терять. И пусть на пространствах державы весь фронт наш незримый опять. А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять. Пилотки и волосы серы, но выбилась белая прядь. А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять. Звезда из некрашенной жести восходит над нами опять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. В короткую песню не верьте, нам вечная песня подстать. Ведь что нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Да что ж нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Спасибо, до встречи 19 декабря и потом в апреле. Так, время на общение у нас все равно осталось.